Всем привет! Значит, вот такая вот приспособа для того, чтобы закупоривать пробку в винную бутылку. Очень удобно, недорого. Ссылка в описании. AliExpress рулит. Как это работает, сейчас покажу. Под рукой винной бутылки не оказалось, только шампанское. Ну, не суть делать, для понимания, как это работает. Значит, мы берем пробку, кипятим, она становится мягкая. Буквально там минут 5 прокипятить надо. Она становится мягкая. Дальше засовываем сюда, вставляем сюда и проталкиваем. И проталкиваем ее верхней крышкой. Она заходит в бутылку. Еще раз ссылка на товар в описании. Всем спасибо, всем пока. И на вот эти вот пробки я тоже дам ссылку.